Друзья, ну а я продолжаю вас знакомить с деятельностью клуба психологического общения «Многогранник». 28 июля в 9:30, как обычно, в клубе прошла встреча со спикером Любовью Сорокиной, игропрактиком, экспертом по самопрезентации и подготовке к публичным выступлениям, профориентатором подростков и взрослых, карьерным консультантом. Тема этой встречи была обозначена с личным брендом «В люди». Тема выгодной самопрезентации касается абсолютно всех, даже если вы не занимаетесь продажей каких-либо продуктов, интеллектуальной деятельности или вполне материальных, тем не менее, понятие «уникальное торговое предложение» сейчас так или иначе актуально для всех нас. Любовь очень опытный эксперт, и все участники этой встречи имели прекрасную возможность в этом убедиться. Это, как всегда, была встреча интерактивная, с возможностью задать свои вопросы и дать обратную связь. Я исписала все, у меня все тут в знаках восклицания, но я смотрю, что многие конспектировали, да, это значит, что суперактуальное прям попадание с темой было 200%. Вот, я обычно для короткого тизера, ну, тоже даю обратную связь и постараюсь не отнимать время у коллег, потому что, я говорю, есть что сказать очень долго. Вот. Акценты какие важные, когда говорили о невербальных и вербальных способах подачи информации, да, например, если ты на сцене, занимай все пространство сцены, вот я бы сделала тут акцент на таком слове, как естество. Все-таки, да, нужно отталкиваться от того, как тебе естественно, потому что если некоторые люди пользуются какими-то туториалами, там, инструкциями, и видно, что эта история не принятая, а перенятая, да, то вот эта неорганичность, она скорее в минус сработает, да, то есть как бы быть органичным, естественным – это важный момент. А, про синдром самозванца здесь был интересный такой тезис. Я недавно слышала, хочу с вами поделиться, да, потому что эта тема обсуждается. А обычно тут проблема зарыта в том, что это замах на какую-то дальнюю, очень абстрактную перспективу. А стану ли я великим писателем? А стоит ли мне вообще писать? Ведь я же не буду Хемингуэем. И вот слышала хороший совет сосредоточиться на мелких задачах. То есть ты раздроби эту свою гениальную перспективу на какие-то конкретные шаги. И тогда это будет какой-то посильный путь. Вот миллион всего еще могу сказать, но хочу, чтобы коллеги тоже высказались. Я бы хотела отметить особенно, что символично, что наш спикер сегодня – это любовь. Я считаю, что это основной элемент, который считывается вот в том, что человек делает. Если все пропитано, ну, видно, когда человек прям сам влюблен в то, что он делает, да, и это совершенно, ну, моментально передается всем слушателям и аудитории. Вот, я считаю, что это ключевой момент. Люба, спасибо огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. Галь. Да, да, Ром, спасибо за слово. Ну, любовь под ником Надежды, я хочу сказать. Так у нас сегодня метафорично, да. Вот, я не просто Люба, я Надина мама, да? Да-да-да-да-да-да, я мама Надежды, да? Да-да-да, вообще класс просто. Мать Надежды, я, кстати, возьму это, мать Надежды, это хорошо, да, любовь, мать Надежды. Я любовь, мать Надежды, да. Подарю вам веру, да, в себя. Как мать драконов, только круче, да? Вот. Ну, уже можно было бы на этом остановиться, потому что действительно в этих словах все, ну, Аня сказала все по пунктам, подписываюсь под каждым словом. И хочу отметить другое, что действительно вы сегодня, в общем-то, ну, прошли, да, какую-то такую хрестоматийную историю. Но меня потрясло то, что в каждом блоке было что-то такое интересное, что обязательно я не знала или как-то по-другому посмотрела. То есть вот оно вроде бы про все, что мы знаем, но все с таким новым взглядом и с такой интересной подачей и с такими классными акцентами, что я вот просто в восторге. У меня с ним была большая там проблема поучаствовать сегодня. Наверное, какое-то чутье меня вот не подвело. И я здесь, и, конечно, это, ну, кто будет смотреть в зале, это хоть так посмотрите, но мне кажется, сегодня вот живая встреча, конечно, супер. Для меня супер продуктивно. Просто вот столько нового. Еще, наверное, часа два буду все осмысливать, а применять, наверное, всегда. Спасибо, Люба, большое. Очень. Спасибо. Ну, прям класс. Класс, спасибо, было класс. Спасибо большое.
Друзья, я по-прежнему приглашаю вас присоединиться к моему комьюнити Club 69, к моему YouTube-каналу, а также к сообществу Клуба психологического общения «Многогранник». Приходите на непосредственные эфиры, которые проводятся в «Многограннике» по четвергам, и вы сами убедитесь, насколько это полезное мероприятие. До новых встреч, друзья, пока!